Здравствуйте, сударыни и сударыни. Наше увлечение приносит очень много радости, но бывает и огорчение, особенно весной, когда вдруг неожиданно настигают возвратные заморозки. Я приноровилась в теплице ставить парник, на него укрывной материал и пленку. Получается тройное укрытие, и это очень часто спасает. Ну какая же беда! Бывает, сползет кусок пленки и морозом охватит рассаду. Вот в прошлом году, 4 апреля, у меня замерзла цветущая пеларгония. Так было обидно, так жалко. А в открытом грунте тем более. Нельзя полагаться на то, что природа смилостивится. Ну и никакой возможности надеяться на то, что пленка удержится, ветер и все, пожалуйста, все труды на смарку. Но эврика, я тут совершенно неожиданно открыла для себя систему крепления «Зигзаг» от фирмы «Терамикс». Я думаю, что такого рода крепление вполне может заменить и поликарбонат, потому что вот проходит третий год, я смотрю, поликарбонат уже в каких-то дырочках, а ветра... В этом году пришлось заменять два листа, потому что ветрами покорежило поликарбонат. Сравнить полиэтиленовую пленку и поликарбонат по цене. Так, наверное, выгоднее системы «Зигзаг» укрепить пленку весной и не заморачиваться ничем более. Можно и на теплицу, можно и на парник. Профиль оцинкованный специальной формы. Две пружины и крючок. Толщина 0,7 мм. Надежная, крепкая штука, я скажу вам. По сути, это пружина-замок. Все сделано из углеродистой стали с полимерным покрытием. Прилагается и скотч светостабилизированный. Срок эксплуатации 3-5 лет. Как она крепится? Посмотрите. В интернете я нашел классную идею о том, что можно сделать парник из ПВХ-труб. Сделать его несложно, но есть одна проблема. И заключается она в том, что закрепить пленку на такие парнички очень неудобно. Нам понадобится два профиля, специальных профилей. Эти профили сделаны из оцинкованной стали. Они, скажем так, без острых кромок, все обработано. И, соответственно, вот еще покрытые пластиком, тоже стальная зигзаг пружина. Сейчас мы попробуем закрепить пленку, используя это инновационное решение от фирмы «Терамик». Крепление пленки заняло буквально считанные минуты. Благодаря тому, что пружина имеет специальный профиль, заправлять пружину в профиль очень удобно. Она прям просится сама сюда заходить. И теперь по факту у нас получается теплица укрыта с двух сторон тяжелым металлическим профилем. И можно не беспокоиться о том, что пленка куда-либо улетит. Ее осталось зафиксировать по бокам. И все. И эту фиксацию, кстати, можно сделать тоже на такие же профили. Его порезать и зафиксировать. Для этого есть специальные одиночные пружины. Удобный тяжелый профиль, удобную фиксацию пленки, она никуда не денется, с ней ничего не случится. Но вот удобно ее поднимать, обслуживать парник. И в последующем, снова после того, как обслужили парник, его закрыли, подтянули и все. Этот профиль можно использовать не только на парниках, его можно использовать на теплицах. Этот профиль засверлить и прикрепить к стойкам. И тем самым пленка удобно фиксируется. Она держится хорошо. Очень выгодное и интересное решение для таких систем. Не думается, что вы не остались равнодушными к моей информации. Если заинтересовались, заходите по ссылке в описании. И вы будете совершенно спокойны за вашу рассаду. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Интернет-магазин terramik.ru. Товары для сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Ссылка в описании.